Привет, с вами снова Ариша Клаб, и сегодня мы находимся в Максим Баре на вечеринке в честь дня рождения Дмитрия Федорова. Нас ждет много интересных гостей и хорошей музыки. Оставайтесь с нами, а мы пойдем заглянем, как же это проходит. Еще большего успеха, он и так, в принципе, многого добился, он большой молодец, я желаю ему только вверх компании Динза. Спасибо большое вам, хорошего вечера. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно это место, чтобы отмечать день рождения? Знаешь, у меня сына зовут Максимилиан, здесь Максим Бар, и мне кажется, это очень такой интересный знак. Плюс это здание, цветной рынок, где мы сейчас находимся, торговый центр «Цветной», построено приблизительно в те года, когда я родился. И мне кажется, вот это как бы симбиоз энергии и исторических событий, которые окружали меня, мое поколение, они сподвигли меня быть здесь. Плюс очень удобная площадка для комбинированных ситуаций, для того, чтобы можно смешать рок, диско, хаус и такой же скач. Уже несколько артистов выступило. Скажи, каких сюрпризов еще ожидать? На самом деле, наверное, все сюрпризы теперь будут в руках Олега Лупина, нашего диджея, который... фантастический диджей, у него колоссальный уже опыт, и он очень известен. Ну, сюрпризы будут только от друзей, которые, естественно, усугубят и начнут ломать мебель. И я жду эти моменты. Мы слышали, как ты прекрасно поешь на итальянском. Скажи, пожалуйста, какие еще языки ты знаешь? Честно говоря, я знаю немного английский и немного русский. На итальянском я пел, специально готовился к этому мероприятию по просьбе моих друзей. Поделись какими-нибудь планами на ближайшее, творческими планами на ближайшее будущее. Мы сейчас несколько новых треков готовим и делаем несколько новых ресторанов. То есть у нас помимо как бы творческих планов есть еще гастрономические планы. А также мы очень усиленно занимаемся йогой, боевыми искусствами, боксом, горными лыжами. Постоянно на спорте, уже руки болят, поднять руки не могу. Стараемся быть прекрасными, прелестными и безумными. Я знаю, что многие рестораны и артисты на майские едут в Турцию. Куда ты планируешь?
Меня позвали в Турцию, я, скорее всего, туда поеду, но меня еще зовут в Израиль на русскую волну. И я постараюсь быть и на русской волне, и в Турции на выезде моих друзей. Попытаюсь разорваться, как тузик рвет грелку. А в Турцию куда именно? Наверное, вместе с Кулагиным мы поедем в Мардан. Тогда мы с тобой еще увидимся там. Мы пожелаем тебе хорошего вечера. Днем рождения еще раз. Спасибо, ребята, за то, что вы пришли ко мне на день рождения. Тебе тоже спасибо. Put.